Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу вспомнить вкус детства и приготовить творожно-вермишелевую бабу. Если вам интересно, как она готовится, или кто-то вместе со мной хочет вспомнить вкус детства, присоединяйтесь, будем готовить вместе. Итак, что же нам для нее понадобится? Творог 250-300 грамм, 3 столовые ложки сахара, ваниль по вкусу, вермишели примерно 250 уже отварной, 3 яйца и горсточка изюма. Приступаем. Разомнем творог вилкой. Добавляем сахар 3 столовые ложки, ваниль по вкусу. Добавляем яйцо. Добавляем изюм и вермишель. Форму для запекания смажу немножко растительным маслом, чтобы прилипли сухари. Обсыпаем сухарями форму. И теперь творожно-вермишелевую массу убираем в духовку, которая разогрета на 170-180 градусов, минут на 30-40. Творожно-вермишелевая бабка готова, запеклась. Она простояла у меня в духовке ровно 30 минут, и потом я дала ей немного остыть. Давайте посмотрим, как она выглядит внутри. Ну что ж, я надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!